В рамках региональной программы «Социальная газификация» в Одинцовском округе будут догазифицированы 186 населенных пунктов. Возможность подключиться к трубопроводному газу до конца 2022 года получат дополнительно более 12 тысяч человек. В настоящий момент ведутся работы в деревне Кобяково. Они завершатся в ноябре 2021 года. Голубое топливо подведут к границам 30 домовладений.